Всем привет, с вами Маша, и это канал ИФСФ1. И сегодня я сделаю обзор на номер журнала My Little Pony за июнь. Давайте посмотрим, начнем с самого журнала. Журнал, ну как, дизайном обычным. Тут Рэрити, тут и все остальные друзья. Да, Твайлайт и Скуталу. Здесь рассказ «Загадки» плакат. Здесь плакат, как в новых оформлениях. Даже написано плакат, а тут два плаката. Тут первый вот здесь, с Рейнбоу и Контрлотом. Дальше здесь «Здравствуйте, дорогие ребята!» «Приветствие!» «Вет для мыльных пузырей вместе с журналом!» Тут изображение и имена, ну, для тех, кто не знает, всех Майн Сикса и принцессы Лести, и принцессы Луна. Дальше рассказ по мультфильму, опять же, «Слёт семьи Эпплов». Если кто-то хочет почитать, то вот. Вот все, теперь раскраска идет. Ну ее так раскрасила, только это. Тут Пинки Пай, принцесса Твайлайт, Спайк и птичка. Еще ароматные цветы, разные задания тут и плакат такой. Красивый очень. Тут, значит, все мантик, да, и фон летний. Опять задание. И здесь поделка чудесное ожерелье. То есть это подвески для ожерелья. Но они полагают такое, на как бы детей, такое огромное ожерелье. Но я лично сделаю, отсерокопирую, буду использовать как кулоны вот по отдельности. Ну, возможно, буду, да. Дальше большая страничка «Пикник на лугу». Судоку, обводить Applejack. И вот итоги конкурса «Путешествие на вертолете». Посмотрите, если кому надо, кому не покупает журнала, то поставьте на стоп и посмотрите. Дальше сам конкурс, наряд для Rarity. Кто хочет поучаствовать, вот вам условия. Вот условия. И там был адрес. Приз Rarity такая будет. Что-то реклама и почта, понял. Вот рисунки. Это красками, тут карандашами. Просто там Твайлайт. Тут много девочек-квестри. Вот Твайлайт, девочка-квестри. Вот Рейнбоу. Дальше такая Твайлайт тоже. Это рисунок компьютер, на компьютере. Вот Флаттершай там блестками украшен. Это Рейнбоу Рокс, Эпплджек. И такой большой рисунок. Все, и сзади у нас досье «Искорки принцессы». И мискарка, характер отзывчивый и трудолюбивый, любимое занятие, чтение книг. Вот такой журнал. Еще к нему был подарок «Вера для мыльных пузырей». Я его, к сожалению, уже открыла, потому что это мне уже купили достаточно давно. Я даже уже выложила тогда видео, где август месяц. Да, здесь. Такой «Вера» был. Ну, я не знаю, как им пользоваться, никогда не пользовалась, честно говоря. Ну, для мыльных пузырей, чтобы дуть мыльные пузыри. Баночка для мыльного раствора такая. Фиолетовая. И сам картоночка. Тут My Little Pony значок, разные узорчики вот эти внизу и наверху. А здесь и радуги, но только почему-то они розовые. И еще тут все силуэты Mantix. Видите? Такой вот подарок был. Ну, это все, что я хотела вам рассказать. Всем пока. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пока!